Будем лепить. Переколдыбасили. Получилось вот что-то какая-то вот такая штука получилась. Вот такое вот тесто получилось. Никому не покажу, какое. Та-даш, та-даш, та-да-да-да-да-даш. Вот такая вот красота у меня получилась. Всем привет. Вы на канале «Вкусные рецепты» Ольги Ким. Опять моя рубрика «Никогда этого не делал» и вот опять. Ну что, вы там оправились от предыдущих моих творений, моих рук? Вы там еще живы, здоровы? Хорошо. Тогда садитесь. Стоять лучше не надо. Сейчас мы вам покажем, как я делал печеньки. Впоследствии эти печеньки там, с легкой руки наших друзей, мы их назвали коронавирус. Это с одной стороны и повестка дня, а с другой стороны они почему-то очень похожи получились. Ну, сейчас, собственно, все по порядку. Сейчас обо всем расскажем, покажем. А вы не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, пишите комментарии. Нам очень нравится читать ваши комментарии. Вы молодцы. Ну, а мы начинаем. Итак, мы готовим печены. У нас 200 грамм муки, 100 грамм сахара, 120 миллиграмм масла подсолнечного. Тут какой-то кокаин, не помню, что это. А, это разрыхлитель, яичко, и все, будем лепить. Берем сахар, разрыхлитель, яичко. Все это венчиком. Что-то какая-то херня получается. И маслица сюда бахаем. Ну что тут там 5 миллиграмм осталось? Это на следующее блюдо. Не знаю, что-то должно получиться было. Получилось. Вот такая вот мутатиня красоте. Песню? Песню? Угу. Что там еще это? Еще участвую в Евровидении? Или куда там? На какой там песенный конкурс я успеваю? Новая волна? Или будет сегодня старая волна? Переколдыбасили. Получилось вот что-то какая-то вот такая штука получилась. И теперь мы вот эту жижу... Нет, наоборот, давай. Венчиком не тряси, он капает. Не трясу, а размахиваю. И теперь туда муку, ту душу роем, да? Угу. И туда добавляем муку. Всю сразу бахнуть или помешать? Так, как хочешь. Мне же интересно побыть подольше на экране. Хочется. Ты бы лучше ловко, а ты сейчас не отдерешь от венчика. Не отдеру? Давай, музыку не играй. Композицию с фильма «Челюсти»? Да это... Не обращайте внимания. Теперь муки не хватит. Ну, отлично. Будет более жидкое тесто. Будет более мягкое тесто. Мы еще не размешал еще. Не. Вот такое вот получается тесто. Мягкое. Им-то покажи сегодня. Вот такое вот тесто получилось. Никому не покажу, какое. Вот такая вот штуковина. Поджигаем духовку немножечко заранее. Разогреваем ее до температуры 180 км в час. Фут градусов, 180 градусов. Ну, вы меня поняли. Тесто такое вот мягкое получилось. Прилипучее, не отлипучее. Наверное, вкуснючее. Столько сахара бузанули, конечно. Сразу положить весь комок. А что, большую макси-печенью сделать такую? Оторвал кусочек теста, потом оторвал от себя его, скатал колобка. Тут размечено уже у нас, где их класть. Нормально, что середин начал? Та-даш, та-даш, та-да-да-да-да-даш. Такая вот печенье. Так, колобковая фабрика тут у нас. Одна тоненькая. Одна сгорит, другая не допечется. Что ты делаешь? Страшилку. Что ты такие тоненькие делаешь? Да нормально я делаю ее. Че ты издеваешься? Та-ти-та-та. Что-то все летит во все стороны. Катаем колобока. Колобка. Колобока. Колобка. Шлепаем ему по попе. Кладем на спину. Потом... Украшаем. Ну красиво. Выкалываем глазки и носик. А что они все у тебя невеселые такие? А с чего? Радоваться-то. Тут мастер такой взялся их лепить. Опять скатали колобка, по жопе надавали. Все, что разлетелось, собрали, от себя отлепили. Ну, красиво рисует. Вот веселого сделал. Грустного сделал. Грустного. Почему тоненький? Ну, вот кто такой толстый, а эти такие все тоненькие. Я это уже сейчас подгоняю, чтобы они все равномерно. Это приплюснуть тоже.
не надо. Ну, я думаю, что вы лучше меня умеете их делать красивыми. У меня получаются они очень красивыми. А еще можешь вилку взять и волосы им нарисовать. Волосы? Сейчас нарисуем волосы. Как вилку. Так вот? Разные причесочки. У кого на левую укладочку, у кого направо. Красавцы! Стоп, извините, ведь получите ваши волосы. Что-то пошло не так здесь. Извините. Пиу. Пиу. Да ё-моё. Хэллоуин давно прошел, а у нас еще продолжается. В общем, катаем колобка, кладем сразу на противень. У тебя же не поместится, что ты их такими тоненькими сидел? Ты чипсы, что ли, будешь печенные делать? И причесочку. Так, у меня осталось еще два колобка. Как раз два места. Так ты все рассчитывал, оказывается. А то руки-то помнят. Ну, красивого сделай. Красивого? Ага. Хорошо, сейчас сделаю очень красиво. Колобок. Колобок, барабок. Делаем его лепешковый. Теперь выкалываем глазки, ротик, нос. И последнего красавца. Так, плющили. Там. Красота. Подумает Алена. Какой-нибудь извращенец. Волосы не будет? Волосы сейчас буду. Как это я без волос-то? Не знаю. Вот такая красота у меня получилась. Приседай, зачем? Я в кадр не влезал, если не приседал. Все, ждем, когда разогреется духовка. Пекаем минут 20-30, пока они не приготовятся. Посмотрите, да, смотрите по своей духовке, у всех они разные. Итак, печенье пробыло в духовке 15 минут и успешно уже приготовилось. Они стали такие тверденькие, пропеклись. Даже толстенькие, даже худенькие. Даже подгорать стали немножечко. Все, я надеюсь, что я побеждаю в этом конкурсе уродцев. У меня есть все шансы с моими печеньками. Ротики колупайте получше, видите, они расплываются. А глазки почти все целы. Вот такая вот красота у меня получилась. Пробуйте, кушайте. Всем спасибо за просмотр. Внизу будет мукбанг. Оля будет пробовать эти штучки, печенючки. Внизу будет ссылочка под этим видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Всем всего хорошего. Пока-пока. Приходите еще. Пока-пока.